Накануне в Международном инновационном университете произошло значимое событие. Создана Ассоциация научной и творческой интеллигенции. Цель ее создания – повышение ответственности всех высокообразованных людей за патриотическое воспитание молодежи и не только в учебных заведениях. По замыслу организаторов, эта мера просто необходима в связи с последними политическими событиями в соседних странах, да и в мире в целом. Длительное время у нас работает федеральный научный центр, много-много лет, Поволжско-Кавказское отделение Государственной академии наук, где как раз мы занимаемся разработкой новых инновационных технологий, не только обучения, но и воспитания. И я думаю, очень правильно, что мы внедрять должны вот эти несомненные достижения, которым учатся каждый год, приезжают специалисты из разных стран мира. Инициативу ректора Международного инновационного университета поддержали все члены ученого совета. Поддержать очень Галину Алексеевну, потому что не только руководителя учителя истории. Некоторые из членов ученого совета отметили, что в работе по пропаганде патриотизма есть на что опереться. Это школа номер 7, школа 6, школа 15, гимназия 20. Где-то довольно-таки активно идет такая, значит, идеология патриотизма, все. Я вам скажу, что мы этому возвращаемся буквально вот несколько лет назад. Начало создания Ассоциации научной и творческой интеллигенции уже положено. Воспитывать в детях патриотизм будут и совершенно новыми методами, разработанными в Международном инновационном университете. Игорь Кырпа, Борис Осин, телекомпания ФКТ.